Ну вот буквально только что у меня закончилась экскурсия по Дублину. И теперь у меня есть ровно 40 минут, чтобы добраться до вокзала, с которого отправляется поезд в Корк. Мне сегодня вечером нужно быть в Корке, потому что завтра утром у меня там начинается многодневный тур с большой группой. Поэтому опаздывать нельзя. Видите, какая красивая сакура цветет. На самом деле очень поздно цветет. Припозднилась она, потому что обычно такое цветение у нас происходит где-то в конце февраля, в начале марта. Но в этом году из-за непонятно холодной зимы и еще более непонятной снежной весны с цветением проблемы, и цветет сегодня очень все. В этом году все очень поздно. Эти деревья, они высажены прямо перед вокзалом. Вокзал Хьюстон – это один из центральных вокзалов Дублина. Всего вокзалов два. Центральный называется Коннелли Стейшн. Он находится прямо непосредственно в центре, недалеко от шпиля, от центрального моста. А Хьюстон находится немножко в стороне от центра. Но он удобен тем, что отсюда уходят поезда в западном и в юго-западном направлении. Собственно, вот Корк, Голвей, Лимерик. Я билеты забронировал заранее, поэтому сейчас их нужно просто забрать из машины. Ну вот, билетик печатается. Ну то есть вот, заранее забронированный билет обошелся мне в 22,99, 23 евро. Давайте теперь посмотрим, сколько будет билет стоить, если заказать его прямо сейчас, как будто бы я только пришел и хочу сейчас купить билет в Корк. Так, вот так вот хорошо видно, да. Соответственно, нам нужен билет на поезд. Выбираем Си для Корка. Я взрослый, старше 16 лет. Ну вот. Если билет покупать прямо сейчас, это будет стоить 62,35. Соответственно, делайте выводы. Бронируйте билеты заранее, это удешевит ваше путешествие, поездки и так далее. Поезд опоздал минут на 15. На двух узловых станциях очень долго стояли, пропускали встречный поезд. Ну, такие опоздания, задержки бывают достаточно редко. И я, тем не менее, люблю перемещаться, путешествовать на поездах. Очень комфортно, быстро все. Есть Wi-Fi, есть зарядка. Все замечательно. Вокзал в Корке находится немножко в стороне от центра, поэтому сейчас нужно будет немного прогуляться до автобусного вокзала, потому что оттуда мне нужно будет добраться еще до аэропорта, потому что завтра мне встречать группу именно там, в аэропорту. Я решил не заморачиваться и забронировал себе отель прямо в аэропорту, чтобы завтра с утра спокойно выспаться и начать прямо оттуда. Поэтому сейчас идем на автовокзал. Но прежде нужно заскочить куда-то и перекусить.
потому что я с утра ничего не ел и очень хочется их кушать. Elbow Lane на самом деле очень хороший ресторан. Он такой прям даже очень хороший, гурме. Но мы сегодня не будем размениваться, как говорится. Здесь есть одно очень замечательное место. Надеюсь, оно все еще открыто, и я вам сейчас его покажу. Так, 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 так. И да, 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 все открыто. Все открыто, сейчас я вам покажу. Кому вообще нужны рестораны, когда можно съесть нормальный, реальный хот-дог? Да-да-да, это не какой-то фастфуд. No. Это не какой-то там непонятный фастфуд. Это реальный супер-дупер мега-сосиски. Сейчас только надо дождаться хозяев. Traditional or pork stuff? Yeah, pork pork. Yeah, so it's one of those places. How much is that? Five. Самый вкусный хот-дог в городе у меня. А за углом здесь моя любимая кафешка Батлерс. Но это сегодня будет уже третья чашка. Я не хочу передоза, поэтому нужно взять где-то водички. И сесть где-то перекусить вкусно. Да. Да, да, да. Я о нем мечтал всю дорогу в поезде из Дублина. Собственно, я пока перекушу, а вы погуляйте по корку. Знаете, сегодня, наверное, я не буду вам делать экскурсию по Корку. Уж извините. Ну, во-первых, уже поздно, многие места закрыты. Ну и плюс, как-то видите, так серенько все. Скучно, не очень приветливо.
Поэтому давайте дождемся более, скажем так, оптимальных условий. И обязательно вам сделаю экскурсию по Корку, но в другой день, в другой раз. А сейчас я, с вашего позволения, отправляюсь в отель, что уже целый день на ногах и слегка притомился. Так, вот он, значит, вокзал, автовокзал. Сейчас нужно узнать, как можно добраться отсюда до аэропорта. Я это делаю первый раз, я никогда из Корка не ехал в аэропорт Корка, поэтому для меня это тоже вновь. Так, информация закрыта. Будем искать варианты. Информация закрыта. Есть билетная касса. Есть билетная касса. Давайте будем искать. Так, нам нужен Корк аэропорт. 226. Аэропорт. Беда, ой, беда. Полетел у меня штатив. Точнее, шаровая на нем. Голова не зажимается. Что это значит? Это значит, придется снимать теперь с рук. Обидно, конечно, что узнал об этом только сейчас. Так бы захватил из дома другой штатив. Ну что ж, будем импровизировать. Вот. Завтра будет, наверное, долгий день. Я не знаю, получится ли завтра поснимать что-то, потому что все-таки будет большая группа и требующая очень много внимания. Если будут появляться какие-то окна такие, я буду стараться что-то снимать. Вот. Ну а так, по-любому выйду на связь уже из завтрашнего отеля. Так что, до завтра. Но, как я и предполагал, днем поснимать не получилось, потому что было очень много организационных моментов. Вот. Сейчас мы добрались до отеля. Сказочный, бесподобный просто отель находится. Расположился в бывшем замке Адейр Манор. Посмотрите. Вот такой замечательный отель, просто изумительный. Очень, кстати, много русскоговорящего персонала, так что без проблем можно заселяться. У меня есть пару часов,
Я хотел выйти куда-то поснимать, но сами видите, погода такая, что льет. Если появятся такие проблески и дождь прекратится, то я выйду поснимать в деревушку, потому что деревушка Адер очень такая живописная и симпатичная. Надеюсь, дождь прекратится. Ну вот, немножко распогодилось, смог выбраться на улицу и поснимать. Собственно, видите, замок вот сейчас у меня там очень хорошо прорисовывается у меня за спиной. Замок Адер Манор, хотя это не столько замок, сколько уже такой как бы mansion house, это как бы такое загородное поместье. Так вот, это поместье было построено в 1824 году первым лордом, первым графом Данрейвеном. Сейчас здесь находится отель, фешенебельный пятизвездочный отель, но на территории деревни Адер это не единственное интересное место. Здесь как-то так получилось, что сконцентрировалось очень много таких достопримечательностей. Здесь очень много церквей, аббатств, развалины замка. Кстати, вот очень-очень симпатичные развалины. Замок Десмонд. Начало 13 века. Я очень хочу полетать над этим замком на дроне. Но, боюсь, сегодня это точно не получится, потому что очень сильный ветер. Надеюсь, что завтра это более-менее все успокоится. И, возможно, полетаю там на рассвете над этими развалинами. Сейчас я вам их покажу так, с уровня реки, скажем так. Но надеюсь, очень надеюсь, что получится полетать. Но вон, ветер очень сильный. Даже задувает микрофон, не знаю, насколько будет хороший звук. Ну и, собственно, давайте погуляем, прогуляемся по деревушке. Вроде погода позволяет. Проблески у нас есть. Покажу вам очень красивую деревушку Адер. Деревушка, да? Мимимишная прям такая. Но на самом деле в Ирландии много таких деревень. Но вот Эдер, она просто удачно так расположена. И здесь много сохранилось вот этих вот домиков. Коттеджи они называются в Ирландии. Домики с соломенными крышами. Что на самом деле их очень мало осталось в Ирландии. Они так разбросаны. Но здесь вот в Эдер они так хорошо представлены, скажем так. И деревня Адер очень удачно расположена, буквально в 20 минутах от Лимерика, на пути на кольцо Керри. То есть, если вы собираетесь ехать на кольцо на своем транспорте, то вы не сможете пропустить Адер. Вы будете по-любому через эту деревушечку проезжать. Поэтому у вас все шансы все это увидеть. Ну, а мой перерыв закончился, я возвращаюсь в отель. Продолжаем работать. Не думаю, что еще сегодня что-то получится поснимать, потому что программа достаточно плотная до вечера уже. Вот, поэтому до завтра.
Ну, друзья, я сделал все, что мог. Немного полетал над развалинами, но ветер очень-очень сильный. Дрон сдувает, поэтому я не стал больше рисковать. Я хотел еще поснимать и сам отель с высоты, но нереально. Дрон сдувает, поэтому я решил прекратить съемки на сегодня. Вот. С добрым утром, кстати. Вот. Так что мы едем дальше. Это был Бурен. Бурен – это национальный парк Ирландии. Уникальное место, карстовые породы, очень красивый рельеф. Но там было безумно ветрено. Как-нибудь в хорошую погоду я вам постараюсь показать его в полной красе. Вот, больше сегодня поснимать ничего не удалось, потому что сильный, очень сильный ветер. А сейчас под конец еще и дождь начался. Поэтому, наверное, на сегодня мы будем заканчивать. Что завтра мы отправляемся в Дублин. А Дублин вы уже видели не раз. Поэтому сейчас я вам покажу ирландские танцы. Я думаю, это будет такой хороший аккорд окончания данного путешествия. Надеюсь, вам понравилось это путешествие небольшое. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем слон!